приемной партии «Единая Россия» на улице Парковой проходит прием жителей. Его проводят депутаты разных уровней власти. На вопросы отвечали депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и депутат Совета депутатов городского поселения Щелково Максим Столбов. Жильцы дома по улице Иванова пришли с проблемой протекающей кровли. Они хотят, чтобы их крыша была отремонтирована до октября месяца, так как потом начнется сезон дождей и подрядчики не смогут качественно выполнить работы. Одним из усложняющих ситуацию факторов стал отказ жителей от крыши с утеплителем, так как такие работы потребуют больших средств. И они не видят в этом необходимости. В ответ на данное обращение была проведена встреча жильцов с представителями управляющей компании, которые обещали завершить все работы до сентября. По итогам каждого приема мы ведем статистику. Статистика – это тот инструмент, который показывает наиболее горячие точки. И мы, когда планируем бюджет на следующий год, когда планируем выполнение программ, мы это обязательно учитываем. На прием приходили жители и с коллективными просьбами, и с сугубо персональными. Так, например, депутат Максим Столбов взялся лично оказать помощь одной из жительниц, которая сама не может найти достаточно денег для ремонта входной двери. Ну, бывает, что люди приходят с личными просьбами, может быть, где-то помочь вот с внутренним благоустройством там подъезда. Ну, помогаем, чем можем. Важной частью этого приема жителей, как, впрочем, и других, становится доведение до людей необходимой информации, которая позволяет решать возникающие проблемы. Они вот сейчас дали информацию, как действовать там, чего. Я уже все-таки в курсе, как себя вести в такой ситуации. Я думаю, полезные. Всего на прием пришло более 15 человек. Все вопросы, поставленные на приеме жителями, взяты на депутатский контроль. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».